Привет, дорогие друзья! Как убрать жир в области живота, убрать бока? Лучшая жиросжигающая тренировка для вас. Ну что, вы готовы? Поехали! Друзья, чтобы убрать живот, бока эффективно, быстро, нужно следовать простым правилам. Это убрать весь сахар, не только тот, что вы сыпите в чай, но и весь добавленный сахар. Читаем состав на этикетках. Сахар есть практически во всех продуктах. Убираем его. Пьем 1,5-2 литра в день. Это важно. Это поможет держать ваш организм в тонусе. Ну и не забываем выполнять этот эффективный комплекс. Первое упражнение – это приседание с собственным весом. Руки за голову, локти разведены в стороны, ноги чуть шире плеч. На вдохе садимся, на выдохе встаем. Делаем в собственном темпе. Спину немного наклоняем вперед. Так мы задействуем мышцы пресса. Это упражнение не только прокачает мышцы живота, но и мышцы бедер. Если вам это упражнение дается легко, можно взять гантели. Все упражнения этого комплекса выполняем 30 секунд и 10 секунд на отдых. Лучше этот комплекс выполнять на свежем воздухе. Если выполняете в помещении, отлично, закончили, обязательно откройте окно. Должен быть достаточный приток кислорода. Это обеспечит эффективное жиросжигание. Второе упражнение – это диагональное скручивание стоя. Здесь у нас отлично прорабатываются мышцы живота, косые мышцы и хорошо задействованы бедра. Выполняя скручивание, касаемся локтем колена. Темп подбираете под себя. Хорошо подышали, вдох, выдох, вдох, выдох. Третье упражнение – это активная планка. Наклоняемся вперед, немного сгибаем колени и проползаем. При этом чувствуем натяжение мышц живота. Делаем небольшой прогиб, локти при этом выпрямлены. Стоим 1 секунду и делаем обратное движение. И опять становимся в стойку, немного сгибаем колени. Молодцы, дышим. Четвертое упражнение – это лягушка. Ноги чуть шире плеч, выполняем с прыжком и делаем глубокий сет. Если вам это тяжело дается, выполняем без прыжка глубокий сет. Поднимаем руки вверх и касаемся пальцами пола. Соединяем пятки. Вдох, выдох и включаем прыжок. Работаем. Отлично, закончили. Пятое упражнение – это выпады назад. Спина прямая. Ногу отводим как можно дальше назад. Широкие выпады. Руки сгибаем в локте и поднимаем к голове для баланса. Следим, чтобы колено не выходило за ступню. На вдохе садимся, на выдохе встаем. Отличное упражнение прорабатывает мышцы ягодиц и бедер. Все эти упражнения подобраны для того, чтобы задействовать все большие группы мышц и сжечь как можно больше жира. Закончили. Молодцы. Отдыхаем 10 секунд, дышим. Шестое упражнение – это подъем коленей к локтю. Принимаем упор лежа, подтягиваем правое колено к левому локтю. И так поочередно. Руки не сгибаем в локтях, работаем в своем темпе, поясницу не прогибаем. Хорошо, еще немного. Отдыхаем 10 секунд. Глубоко дышим.
Седьмое упражнение – это боковые скручивания и приседания. Включаем руки за голову, локти разведены в стороны, ноги чуть шире плеч, ступни развести немного в стороны. Приседаем 90 градусов, поднимаем колено, тянемся к локтю. Это упражнение отлично прорабатывает косые мышцы живота. На вдохе садимся, на выдохе тянемся к локтю, коленом. Работаем в своем темпе. Со временем темп можно увеличивать. Хорошо, закончили. Отдыхаем, дышим 10 секунд. Восьмое упражнение и последнее, еще немного. Становимся в планку, вес тела держим на локтях, поясницу не прогибаем, таз поднимаем чуть выше. Чем больше у вас живот, тем выше поднимаете таз. Чувствуйте жжение в области живота. Если вам тяжело, периодически можно становиться немного на колени. Держим планку, дышим хорошо. Молодцы, вы смогли это сделать. Я с вами. Друзья, выполняйте эту тренировку в течение месяца, и результат не заставит себя ждать. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем добра, удачи, хороших результатов. До новых встреч. Пока.